Привет. Это продолжение моего шапокоголизма. Даже сложно выговорить. Рукодельного шапоголизма. Посмотрите, к чему я пришла. То есть шла-шла и дошла вот до такого вот отдела. Вот. Раз пошла такая уже пляска с новогодними игрушками, у меня всегда такая была идея. У меня остается очень много кристалликов от наборов для рисования кристалликами. Вот, то есть я уже две работы полностью закончила, у меня там столько всего этого осталось, я все думала, куда же мне это деть. И я хотела, я вот искала разные такие фигурки, вот эти деревянные, чтобы просто кристалликами выложить какой-нибудь такой оригинальный орнамент, и получилось бы достаточно так красиво, ярко и оригинально, и можно было бы повесить на елочку. Ничего подходящего я не находила, потому что всегда, когда ищешь, найти ничего не можешь. Сейчас вот что я нашла. Посмотрите, стоит всего $2, нет, вернее, $1.50. И здесь 10 таких вещичек, и они так аккуратненько сделаны. То есть с одной и с другой стороны можно будет выложить эти кристаллики, покрыть это все лаком, наклеить. То есть мне, я, если честно, сейчас беру, наверное, все, что у них тут есть. А есть у них немного, всего 3 таких набора, но новогодних игрушек достаточно много должно получиться. А если такая уже пляска пошла, вот из этого тоже можно будет что-то сделать. Вообще это, естественно, не для новогодних игрушек, но у кого какая фантазия работает. У меня есть работа круглыми кристалликами. Вот здесь, допустим, хорошо будет выкладывать круглыми кристалликами. Так что вот это тоже беру. Наверное, тоже 3 штучки возьму. Красота. Вот еще на что у меня взгляд упал. То есть вот это вот, в принципе, тоже сделано из дерева. Тоже буду все это кристалликами покрывать. У меня такая идея возникла, здесь сделать какие-то надписи кристалликами, все это будет так переливаться и сверкать. Мне кажется, вообще будет отлично. И вторая идея, это насчет вот такой вот ставни. Посмотрите. То есть вот такая вот ставня, здесь, конечно, более такие как бы сюжеты, но я вся сейчас горю этими кристалликами, так что буду кристалликами тоже все это выкладывать. И сейчас вот мне так кажется, я бы хотела все-таки, прежде чем кристаллики наклеивать, покрыть это все таким прозрачным лаком. Сейчас буду искать лак. Здесь всякие деревянные штучки. Если вы видели в прошлой части, я купила кое-что, чтобы делать новогодние игрушки. И здесь нашла вот такие вот 3D shape игрушки. То есть они сделаны. Я здесь уже все просмотрела, вот что я буду брать. Я буду брать божью коровку, буду брать вот такого слоника. Все это как бы деревянное, уже покрашенное, стоит 50 центов, уже все сделано. То есть мне останется просто украсить это кристалликами, сделать здесь дырочки, повесить красиво. Скорее всего, я даже повешу какие-нибудь такие блестящие такие штучки, может быть, какие-то брелки или бусинки, у меня их столько, чтобы еще ярче и красочнее было. Потом будет вот такой вот львенок, я беру жирафа, совенка, единорога и беру 3 разных бабочки. То есть бабочки можно вообще по-разному украсить разными цветами, и будет даже еще красивее. Так что вот это я все беру. Потом, что я еще нашла, оказывается, мне кажется, многие знают, есть вот такие вот наборчики. Эти наборчики пластиковые, то есть это вот так вот выглядит. То есть этот пластик заполняется вот этими красками, которые здесь в наборе уже есть. Если заполнить, то есть побольше красок туда наливается, все это засыхает. Засыхает, может быть, там еще надо что-то будет делать. Я как бы просмотрю, но я знаю, что все это делается прикольно. Здесь для детей 5 лет и старше, а я старше 5 лет, то есть мне это очень даже подходит. Мне это даже, наверное, 7,5 раз подходит. Так что я себе беру такой наборчик.
Вот один такой с цветочками-бабочками. И если вы видите, здесь уже прям такие висюльки, петельки для висюлек, уже все предусмотрено. И вот такие вот детские, и такие животные. Тоже должно быть классно, и размер новогодних игрушек будет отличный. То есть я думаю, я сначала это так сделаю, а потом украшу еще кристалликами, которых у меня куча. Для того, чтобы украшать это кристалликами, вот что я уже себе тут нашла. Сейчас вам покажу вот такой вот клей. Этим клеем, вот такой вот клей, этим клеем можно нанести этот клей, и в течение, здесь написано, для временного крепления надо держать 3-5 минуты, а для более такого сильного крепления надо ждать 10-15 минут. Но мне кажется, как раз таки, то есть больше клея нанести, набрызгать и ждать 10-15 минут. То есть если частями это делать, то мне должно хватить этих 10-15 минут, чтобы эти кристаллики приклеить куда мне надо. Так что я беру. И должно все очень легко так получиться. Вот. Буду теперь еще искать лак. Что-то лак для дерева я не могу найти. Хотелось найти спрей, но я еще поищу. Вот еще что я нашла. Для органайзеров ниточных, чтобы хранить пасмы. Я думаю, что я буду вот что использовать. Органайзеров пака у меня нет. Здесь вот продается такое, называется это фом. То есть это такой прорезиненный материал, и он очень такой мягкий. Он часто используется для каких-то там детских поделок. Вот, наверное, вы видели, бывают вот такие вот наклеивающиеся сердечки, они, наверное, 2 миллиметра в толщину. Всякие цветочки бывают. В общем, много чего бывает. И для органайзеров я решила, я возьму вот такой вот материал. Стоит это $5. За $5 можно купить 50 листов. То есть формат прям А4, но мне А4 не надо. А есть формат А5. То есть это 14 на 21,5 сантиметров. И 50 листов продается не с наклеивающейся стороной, 50, а 40 листов продается такие, которые с обратной стороны бумажка. Эту бумажку можно оторвать и приклеить. Я так думаю, я их буду склеивать друг с другом, и они будут тем самым немного толще. И здесь можно спокойно всегда что-то писать. Можно будет что-то написать, можно будет сделать такие прорези и спокойно одевать ниточки, которые не будут выскальзывать. Сюда можно будет втыкать иголочки, но иголочки обычно я не втыкаю, а вот для каких-то таких своих проектов, когда надо одну пасмочку отрезать и другие ниточки, чтобы не накручивать, можно их будет нарезать такой толщины и ширины, какой мне надо, длины. То есть, так что я вот это беру для своих органайзеров. И смотрите, какие яркие цвета, приятные. Так что это у меня пойдет в ход. И еще я решила... Я сначала хотела вот эти купить. Они, видите, они толстенькие. Они, наверное, 4 миллиметра в ширину. Но они в виде такой волны. И вот эта дырка непонятная сверху. То есть это мне не надо. А толщина такая, конечно, мне больше всего нравится. Здесь толщина в 2 раза меньше. Но за счет того, что я буду друг с другом склеивать, оно тоже будет толстенько. Ну и я, естественно, возьму вот эти цветочки. Без этих цветочков я теперь никуда. А, кстати, помимо цветочков, здесь еще какие-то там бабочки. Ладно, беру. Это тоже возьму. Что-нибудь придумаю. Вот еще что я решила купить. Я выбирала между вот этими двумя лаками, но выберу этот. Это, в принципе, лак для завершения работы, чтобы сверху побрызгать. И как бы то, что ты брызгаешь, поверхность начинала как бы блестеть. Это еще
такой закрепляющий эффект. И здесь даже написано, что его можно использовать как приклеивающий эффект для склеивания, ну и для завершения работы, для защиты. Так как я сейчас надумала делать всякие новогодние игрушки деревянные, приклеивать к ним кристаллы, то есть мне кажется, вот это будет то, что надо, чтобы завершить процесс, и чтобы это все блестело и хорошо держалось, и ничего не падало, не отклеивалось. Так что вот это я тоже беру. Хотелось еще добавить. Я уже вернулась домой после магазина. В общем, я искала для себя лак для дерева. Ну вот, что я нашла. То есть это краска для дерева. Называется это темный орех. То есть это проникающая краска для дерева. Я буду покрывать вот такие вот свои детальки, прежде чем приклеивать кристаллики. Потом, допустим, вот такие вот штучки, которые я купила, тоже буду покрывать сначала краской для дерева, потом приклеивать кристаллики. Кристаллики буду я приклеивать с помощью вот этого спрея. То есть он называется... Как же он называется? То есть это спрей для приклеивания. То есть адхезив спрей. И потом буду им брызгать, приклеивать кристаллики. И уже по окончанию работы буду наносить вот этот спрей, он называется прозрачный блестящий. В общем, вот такие вот покупки у меня получились. Ну и, конечно, я купила, не смогла пройти мимо вот такой коробочки. Она деревянная. То есть, если мы посмотрим вот с внутренней стороны, как бы это дерево. С наружной стороны она покрашена краской для дерева. Вот здесь вот как бы видны такие просветы. То есть мне очень нравятся такие коробочки для организации всяких вещей. И вот это вот я купила. Пока еще не знаю. У меня такие идеи, что это в свой рукодельный уголочек. Ну, в общем, смотрите, сколько всяких игрушек я накупила. Я уже все это показывала в магазине. Просто они мне решили так все это вместе сложить. Еще хотела поделиться. Оказывается, вот эта вышивка моя от набора Буцилла. Я думала, что она стоит 7,5, они мне продали ее за $5. 4 с чем-то. 4,97. Ну, итого 5. И так интересно она называется, смотрите. I didn't do it. То есть я этого не делал. И вот такой вот песик. Я думаю, что все-таки я когда-нибудь научусь вышивать или полюблю вышивать по бумажным схемам. И как бы здесь 18-я канва, 18-й каунт, Аида, мелкая-мелкая такая канва. Но то же самое, что и с моей кошечкой. Наборчик этот классный, вышивать я его буду рано или поздно. Еще другая хорошая новость. Вот эти вот контейнеры, я почему-то думала, что $6 стоит один этот контейнер для бисера. Оказывается, что вот эти все три контейнера стоят $6. Так что я очень довольна. То есть итого у меня здесь, я не знаю, бисера и бусина, конечно, можно разместить тьму-тьмущую на много-много бисерных проектов. Вот, вот такие вот новости. Вот такая вот у меня поход в магазин состоялся. Решила с вами поделиться. В этом магазине я бываю часто, потому что вот я поехала за продуктами, и там что-то и для дома можно купить, и для рукоделия. Так что я вот такая довольная. Всем спасибо за внимание. У меня получилось по поводу этого магазина таких два коротеньких видео. Если я еще пойду в какие-то другие рукодельные магазины, тоже буду вам показывать. На заднем плане играется моя кошка. Так что эти посторонние звуки, не обращайте на них внимания. Ну, в принципе, я уже хотела с вами прощаться. Всего хорошего, спасибо за внимание. Пока-пока.